«Витязкоп». Игра двух лучших команд чемпионата, двух фаворитов чемпионата. Да. В будущем, я не сомневаюсь, двух лидеров чемпионата. Но настолько неприятно то, что никакого ажиотажа вокруг этого матча нет. То есть я думаю, я подозреваю, что завтра будет совсем немного болельщиков на трибунах. Я хочу очень сильно ошибаться. С точки зрения баскетбола, да, нас завтра ожидает интересная игра. То есть это с борьбой, с интригой. Матч сфера, но я все-таки склонен считать, что это не яма. Что это просто связано в первую очередь именно с недонастроем команды. Это чисто психологические факторы, да, и завтра у Будивельника будет очень хорошая возможность доказать это, я думаю, что он даже докажет это. Химик попадает в ту же самую ситуацию, в которой был Будивельник до матча «Сфера», да, то есть команда обыграла, выиграла первые три матча, обыграла Днепр Азот с невероятной разницей в счете, хотя проблем у Химика тоже хватает. Да, у команды Карлес Мужник смог построить хорошую защиту, да, команда очень хорошо бежит, но при этом есть также проблема взаимосвязи отдельных игроков, там первых, пятых номеров, например. В то же время Будивельнику нужно срочно получить какую-то сатисфакцию за поражение в Запорожье. Ну, я думаю, что завтра ребята из Киева просто выплюнут легкие, но они возьмут свое. Я так думаю, что очков 10-15 завтра в пользу Киева. Витязкоп. Спортивное видео.